Здравствуй, дорогой друг. Рад тебя видеть на канале Жителя Земли. Прошу прощения, что так долго не публиковал никаких видео, но за это время у меня состоялась поездка по серой зоне, близкой к конфликту. Я сейчас работаю над материалом, который будет вскоре опубликован. Сегодня три вопроса, от которых загорается мозговая вата. Начнем с головоломки по юридической этике. Какой должна быть реакция у правосудия на проступок охранника аэропорта, который позволил сирийцу пронести на борт российского самолета взрывчатку? Второй. Сколько потребуется дней, чтобы кремлевский карлик высказался по этому вопросу? И третий. Возможно ли человеку, который пытается всех переиграть, в конечном счете не заиграться окончательно? А на этом всего доброго. С вами был житель Земли. До новых встреч.